Друзья, всем привет! Сегодня я пришел в магазин «Светофор», город Оренбург. Посмотрим новинки, ассортименты, цены. Чисто дома. Влажные полотенца, очищающие, универсальные. 60 штук в упаковке. Большой размер полотенца. Размеры 18 на 27 сантиметров. Особая текстура для лучшего очищения. Чувствуется, что пропитаны хорошо. 71 рубль. Вот такой большой бокс с крышкой. С ручками по бокам. Глянцевый. Так вот он выглядит. Рифленый. Сами крышки. Вот они. Давайте посмотрим. Вот так выглядят сами крышки. На 60 литров. 513,30. Поднос «Колос» с вкладышем сушилкой. Удобно сушить посуду, фрукты, овощи и зелень. Размеры можно посмотреть вот здесь. Глянцевый. Вот так. И рифленая вот эта поверхность. 178,90. Был удивлен, когда узнал, что это блюдо, контейнер для выпечки. С крышкой и ручкой. Я думал, что это просто какой-то пластиковый контейнер. С пластиковой ручкой. И смотрите, здесь есть вкладыш, на котором показано, что действительно на нем можно готовить очень вкусные пирожки, выпечку всеразличную. Видимо, он сделан из какого-то специального материала. Защелки, фиксирующие крышку, ручка для удобно хранить в собранном виде. Да, видимо, из какого-то состава сделан, жаропрочного. 178,90. Размеры 30 на 30 сантиметров. В глубину 14 миллиметров. Тарелка глубокая, 19 сантиметров в диаметре. 600 миллилитров объем. Басилика изготавливает. Называется «Дымка». 72 рубля. Трианон. Блюдо овальное, 29 сантиметров в длину. Из опалового стекла. Глянцевое с этой стороны. Здесь текстура. 164,20. Коврик для сушки универсальный, силиконовый. Размеры 30 на 40 сантиметров. В толщину 4 миллиметра. Такой очень мягкий, приятный на ощупь. Вот так выглядит с этой стороны. Неудобно показывать, конечно, одной рукой, но... Такой для посуды, для сушки. 243 рубля 30 копеек. Изоляционная лента ПВХ. Универсальная, цветная. 10 штук в спайке. 15 миллиметров в ширину. 114 рублей. Разветвитель электрический «Интро». Три розетки с заземлением на 16 ампер белого цвета. 142 рубля 50 копеек. А вот это можно отнести к лучшим товарам. Очень хорошая, всегда нужная вещь. Сетевой фильтр Damax. С включателем, вот здесь вот выключателем. 5 розеток. 3 метра кабель. Сам недавно покупал. Цена очень у него хорошая, мне понравилась. 335 рублей 50 копеек на 10 ампер силу. Ток хороший выдерживает. Можно действительно много всего сюда навтыкать. Я показываю в пленке. Вот он есть без пленки. Сделан из такой матового пластика приятного. Также с заземлением. Цена очень хорошая за такой разветвитель сетевой. Опора для цветов. 25 сантиметров в диаметре. И 70 сантиметров в длину. В комплекте 3 штуки. Здесь же рядом есть дуги. Дуга парниковая. Комплект из 6 штук. Длина 2 метра. Ширина 1 метр. Даже сложно показать. Такие большие. 238 рублей 20 копеек. Также колышки есть. Вот размеры. 1,2 метра труба, 10 миллиметров, 10 штук в комплекте, просто ровные.
И, кстати, очень легкий. Смотрите, я одной рукой могу спокойно вот 10 штук держать, прям вот вообще, даже не напрягаясь. Но в то же время прочный, хороший матовый пластик по составу. Здесь такие прорезиненные ножки. 289 рублей 40 копеек за 10 штук. А вот это я даже не могу в руки взять. То есть получается подпорка для высокорослых растений. Давайте вот. Сделаны они из одного и того же материала. Покажу вам размеры вот. 148 рублей 70 копеек. В комплекте 2 штуки. Армированная пленка универсальная. 10 метров в длину и 2 метра в ширину. Вот так она армирована. Не знаю, по-моему, какой-то нитью. Можно накрывать парники ей. Вот здесь на картинке показано. Да, размер вот 2 на 10. Цена 450 рублей 20 копеек. Для садоводов в этот раз прям очень много всего. Очень хорошие перчатки. Единственный цвет, конечно, я такой не брал. Брал другого цвета. Я имею в виду по составу материала. Перчатки садовые, три пары. Материал полиэстер с покрытием нитрил. Вот, три штуки в комплекте. Они очень легкие и полностью прорезиненные, но в то же время тонкие. Не промокают. Удобные. Не такие дубовые, деревянные, как некоторые бывают. Вот эти прям хорошие. 94 рубля 80 копеек за три штуки. Таз пластиковый с ручками, глянцевый, на 18 литров, такого яркого, красивого желтого цвета. Есть также вот такого яркого розового. 146 рублей 30 копеек. Ножницы садовые, металлические, стальные, 19 сантиметров, механические, с пружиной. Лезвие из нержавеющей стали. 82 рубля 80 копеек. Побелка садовый концентрат. 1,3 килограмма для деревьев. Защита от болезней, ожогов, вредителей, грызунов. Заживит раны. Фитоспорин. Органическое живое земледелие. Выгодно на 600 литров. На 1,6 соток. Для профилактики и лечения растений от грибковых и бактериальных болезней. Корневой гнили, парши. Эффективность 200 грамм. 56 рублей 30 копеек. На этом пока все. Большое спасибо всем за просмотр. До новых встреч. Всем пока.